Это канал творчества для всей семьи с универсальной идеей подарка. Декор бутылки в стиле микс-медиа из того, что есть в доме. Декорируем бутылку так, чтобы ее можно было открыть, не повредив декор. Оборачиваем кусочком любой плотной ткани. Хорошо пропитываю клеем ПВА, разведенным водой. Этикетку заклеиваю самоклейкой. Стекло обезжириваю ацетоном. Окрашиваю акриловой краской. Для декора подойдет все, что найдется дома. Обрезки кружев, тесьма, любая ткань, имеющая фактурную поверхность, мешковина. Приклеиваю на универсальный клей. Приклеиваем все кусочки в хаотичном порядке. Важно только оставить промежутки между ними. У меня нашлась корона из фоамирана. Приклеиваю полубусины, которые можно заменить горохом или чечевицей. Готовлю раствор. Клей ПВА, вода и сухая шпаклевка. В раствор добавляю бисер, который можно заменить очень мелкими камушками или крупным песком. Нам нужна зернистая фактура. И этот раствор наношу в промежутки. Слегка захожу на ткань. Также можно добавить обычные бусины различного размера, притопив их слегка в шпаклевке. Снимаю защиту с этикетки. Окрашиваю все элементы тем же цветом. Это важно, так как к нижним слоям будет сложно подобраться. Этикетку тоже следует немного запачкать. К
краску сильно развожу водой. Поливаю водой. Краска должна образовать подтеки. В бутылочке с распылителем акриловая краска, сильно разведенная водой. Окрашиваю пятнами не по всей поверхности. Сливочным цветом выделяю все фактурные поверхности. Кое-где выделяю фактуру металлизированным воском. Можно заменить акриловыми металликами. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать несколько слов. Это нужно для продвижения канала. Спасибо. Увидимся.